Уксусная кислота — слабая кислота. Однако она способна вытеснять более слабые кислоты из их солей, например, из солей угольной кислоты. Приготовим пробирку с раствором карбоната натрия. Приливаем уксусную кислоту. Начинается реакция с выделением углекислого газа, так как в растворе появилась угольная кислота. Она неустойчива и разлагается на углекислый газ и воду. Уксусная кислота вытеснила угольную кислоту из ее соли.